Где-то там, за колючими кустами ежевики, есть маленькое королевство эльфов и фей. А населяют его очень-очень маленькие существа. Я Бен Эльф. А я принцесса Холли. Пойдем играть. Подожди! Продюсер Фил Дэвис. Авторы идеи и режиссеры Нави Лесли и Марк Бейкер. Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в большом дереве эльфов. Веселые игры. Сегодня мы приготовим мои фирменные кексы. Есть мука, молоко, мед, шоколад и яблоко. Вкусно! Сейчас мы добавим яйцо. Вот это да! Можешь перемешать. Ладно. Брызг, плеск, шлеп, хлоп. Это, наверное, Холли. Здравствуй, Бен. Здравствуй, Холли. Я помогаю маме делать кексы. Можно мне? Феи умеют готовить кексы. Можно, принцесса Холли. Ты будешь размешивать? Это моя самая любимая часть. Особенно, когда брызги летят во все стороны. Мне бы хотелось, чтобы было чуть больше работы и поменьше брызг. Брызг, плеск, шлеп, хлоп. Холли, может быть, ты помешаешь? Хорошо, миссис Эльф. Здорово мешаешь, Холли. Жаль только, что она ничего не расплескала. Теперь выливаем смесь для кексов в форму. С виду очень вкусно. А можно попробовать? Прости, Бен, но сначала их нужно испечь. А нельзя их приготовить магией? Это эльфовые кексы. Они готовятся без магии. Но магия приготовит их очень быстро. Я покажу вам. Нет, спасибо, Холли. Ведь эльфы не пользуются магией. А мы настоящие эльфы. Мама, а кексы уже готовы? Они еще даже не начали готовиться. Может, все-таки воспользуемся магией? Я думаю, будет лучше, если вы пока поиграете, а я позову вас, когда кексы будут готовы. А это обязательно? Знаете, сколько есть веселых игр? Мне почему-то совсем не хочется играть сегодня в игры. Глупости, вы обожаете играть. Не скучайте. Жалко, что эти кексы так долго готовятся. Мне тоже. Слушай, а давай пока попробуем во что-нибудь поиграть. Давай. Как насчет салок? Я люблю салки. Ну ладно. Но ты должна играть честно. Никакой магии. Хорошо. Ты вода. Не поймаешь! Не поймаешь! Но ты бежишь слишком быстро! Я не нарочно! Все эльфы быстро бегают! А я же настоящий эльф! Так нечестно! Феи не умеют так быстро бегать! Я буду прыгать на одной ноге. Не поймаешь. Все равно очень быстро. Хорошо, я буду стоять на месте. Попался. Моя очередь. Не поймаешь. Сейчас поймаю. Не поймаешь. Не поймаешь. Ты схитрила. Мы же договорились без магии.
Я не использую магию. Я просто машу крылышками. Так нечестно. У эльфов нет крыльев. Я так тебя никогда не поймаю. Ладно, я не буду махать крыльями. Давай играть в другую игру. Да, давай в прятки. Хорошо, мы поиграем в прятки. Ура! Обожаю играть в прятки. Но только, чур, не летать. Согласна, только не летать. Раз, два, три. Не подглядывай. Хорошо, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Все, я иду искать. Бен хорошо спрятался. Здесь нет. Здесь его тоже нет. Бен, дай подсказку. Пожалуйста. Очень холодно. Еще холодней. О! Теплей. Горячо. Горячо, горячо. Попался. Ой, здесь никого нет. Совсем холодно. О, мне ужасно скучно. У меня есть занятие поинтересней. Вот он я! Попался. Здорово спрятался, да, Холли? Ну, в общем, нормально. Все эльфы хорошо прячутся, а я же настоящий эльф. Теперь я прячусь. Запомни, играй честно и не летай, пожалуйста. Не буду, обещаю. Раз, два, три. Я ни за что не успею хорошо спрятаться. Бен просил меня не летать, но он ничего не сказал про магию. Что скажешь, Палочка? Можно нам хоть капельку поворожить? Ничего, Бен не будет против. Абракадибли-димка, сделай меня невидимкой. Все, я иду искать. Очень-очень-очень холодно. О! Холоднее, чем на Северном полюсе. Ага, понятно. Можешь сразу сдаваться. Тебе меня ни за что не найти. Не представляю, где же Холли может быть? Возможно, она ушла очень далеко. Все, я сдаюсь. Холли хорошо спряталась. Я никогда ее не найду. Попалась. Ой, как ты нашел меня? Я же невидимка. Ой, меня стало видно. Магия рассеялась. Магия? Я всего лишь самую капельку поколдовала. Неважно. Сыграем в другую игру. Я обещаю не использовать магию и не летать. Честно-честно. Ладно, давай поиграем. Бен, Холли. Детишки, кексы готовы. О, миссис Эльф, а нам обязательно идти домой? Можно еще чуть-чуть поиграть. Вы только подумайте. А мне показалось, что одна фея-принцесса и один эльф считают, что играть скучно. Ну, мам, мы вроде только-только начали играть. А ведь кексы готовятся долго. Кексы и готовились долго. Правда? Время пролетело быстро, потому что вам было весело. Так бывает. О! Ну что, угостить вас кексами? Конечно!
Объедение. Вкусно. Эти кексы такие вкусные. А миссис Эльф даже не использует магию. Спасибо, Холли. Думаю, ваше помешивание сделало их такими. Хочешь, я покажу тебе фокус? Давай. Сейчас этот кекс исчезнет. Как? Но я думала, эльфы не умеют ворожить. Смотри внимательно. Та-да! Где-то, вдали от всего, спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен! А я принцесса Холли. Давайте играть. Нас подожди! Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается на поляне. Школа эльфов. Итак, принцесса Холли, что это за цветок? Это легкий вопрос. Это ромашка. Да-да, эльфы называют эти цветы ромашками. Но принцесса-фея должна называть их Белис Парениас. Белис Парениас. Правильно. Дальше. Как называются эти колокольчики? Колокольчики? О, нет-нет. У фей эти цветы называются Гиацинтодис нон скрипта. О, няня, ботаника такая нудная. Скажите, зачем мне учить названия всех этих цветов? Такие вещи принцесса-фея должна знать. А может, я не хочу быть принцессой-феей? Привет, Холли! Привет, Бен! Ты куда идешь? В школу эльфов! О, а что вы делаете в этой школе? Мы учимся делать игрушки! Звучит весело! Так и есть! Эльфы любят делать игрушки! А я эльф! Я хочу делать игрушки! Няня, можно я пойду в школу с Беном? Но ты же не эльф! Ты ведь принцесса-фея! Пожалуйста, няня Плам! Ну, пожалуйста, няня Плам! Отпустите Холли! Ну, хорошо! Ура! Ура! Но я пойду с вами, чтобы убедиться, что вы не балуетесь! Хорошо, надо поторопиться, нельзя опаздывать в школу эльфов. Мы идем 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 в школу эльфов. Давайте, школа эльфов находится в дереве. Доброе утро, мальчики и девочки! Доброе утро, старый мудрый эльф! Мудрый эльф! О, няня Плам! Здравствуйте, старый мудрый эльф! Привет! Принцесса Холли хочет узнать, чем эльфы занимаются в школе. Ну хорошо. Холли, присоединяйся. Хорошо! Но прошу, никакой магии и не летать. Хорошо! Холли, садись со мной! Не летать. Нужно ходить. В школе эльфов запрещено летать. Только потому, что эльфы не умеют летать. Именно, миссис Плам. Эльфы не умеют летать, но у нас очень хороший слух. И эльфы умеют делать хорошие игрушки. Сегодня мы и будем делать игрушки. Ура! Мы продолжим с того, на чем остановились в прошлый раз.
Я делаю игрушечную машину. А я делаю уточку. А я вертолет. А я лодку. А я делаю лягушку. А я кролика. А я делаю робота. О! Я вижу, что у мисс Холли нет игрушки. Ничего страшного, я себе наколдую игрушку. По палочке веленью, по моему хотению. Мисс Холли, магия запрещена в школе эльфов. Только потому, что эльфы ею не владеют. Эльфы могли бы пользоваться магией, если бы хотели, но они этого не делают. А мы эльфы! Мисс Холли, сегодня вы можете поработать над этой игрушечной совой. Спасибо, старый мудрый эльф. А я пока заберу у вас палочку. Так вы сможете научиться делать игрушки, как эльфы, без магии. О! Не волнуйтесь, вы заберете палочку после занятий. Мальчики и девочки, возьмите в руки молоточки. И не забывайте бить нежно. О, нет! Я не хотела этого делать. Не волнуйся, Холли. Я все исправлю. Волшебная палочка у меня с собой. Но, няня, в школе эльфов запрещено пользоваться магией. Поверь, все будет хорошо. Никто не заметит. Палочкой махну, сову починю. Что это был за шум? Думаю, погода меняется и скоро будет гроза. Главное, чтобы не было никакой магии. Уверяю, мистер старый эльф, принцесса Холли не использует магию. Хитрая няня Плам. Тихо. А теперь мы будем разукрашивать наши игрушки. Помните, что надо быть аккуратным. Ха, не надо никуда спешить. Что-то делать без магии так сложно? Думаю, что немного магии тебе нисколько не помешает. О, ты уверена? Доверься мне. Палочка, вращайся, игрушка, цветом наливайся. Мисс Холли, вы используете магию? Нет, старый мудрый эльф, это не я. Я думаю, что это была все та же гроза. Она все ближе и ближе. Здесь происходит что-то очень странное. Старый мудрый эльф, а что мы делаем дальше? Очень хороший вопрос, Холли. Дальше мы запускаем игрушки. Смотрите, она работает! Классно! Давай, сделай что-нибудь. Няня, сова не работает. Не волнуйся, Холли, я тебе обязательно помогу. Няня Плам, вы пользовались магией? Только совсем-совсем немножко. Я лишь хотела помочь. Вы непослушная няня. Извините, старый мудрый эльф. Больше эту тему мы не поднимаем. Холли, давай посмотрим, что может твоя сова. Ох,
работает. Наверное, при изготовлении было использовано много магии. Я могу починить. У меня это очень хорошо получается. Вот, теперь должно работать. Ура! Спасибо, Бен. Я пыталась сделать все, как эльфы. Я знаю, Холли, ты старалась. Но мне сложно делать игрушки, не используя магию. А нам это легко, потому что мы эльфы! Вот, Холли, держи свою палочку. Спасибо. И запомни, никакой магии, пока не выйдешь из класса. Хорошо, старый мудрый эльф. Вас это тоже касается, няня Плам. Хорошо, старый мудрый эльф. Где-то вдали от всего спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен! А я принцесса Холли! Давайте играть! Нас, подожди! Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке. Зубная фея. Ну все, на сегодня хватит игр. Бену пора отправляться домой. Ой, а можно мы еще чуть-чуть поиграем? Нет, Холли, тебе пора спать. Но ведь тебе тоже пора спать, няня Плам. Ну что ты, нет. Я всю ночь буду работать. Всю ночь будешь работать? Я зубная фея. Ты зубная фея? Да, когда у малыша выпадает молочный зуб, он перед сном кладет его под подушку. Ночью я забираю зубик и оставляю взамен монетку. Ух ты! Выпал зуб молочный, позови средь ночи зубную фею! О, интересно! Сегодня я должна забрать зуб одной девочки. Можно нам с тобой, няня? Только если вы не будете шуметь. Нам нельзя разбудить девочку, ясно? Мы будем как мышки, правда, Бен? Эльфы умеют вести себя тихо, а я ведь эльф! Тихо! Ну и ну! Вот почему не бывает зубных эльфов, только зубные феи. Уже поздно, дети, нельзя так шуметь. Разве тебе не пора домой, Бен? Мы хотим посмотреть, как работает зубная фея. Но тебе ведь завтра в школу, Холли. У нас каникулы! Но на улице так темно. Принцессе Холли уже пора учиться летать ночью. Но работа у зубной феи тяжелая, а иногда и опасная. Мы будем осторожны. Но... Ну, пожалуйста. Ладно, если будете слушаться няню. Ура! Выпал зуб молочный, позови средь ночи зубную фею! Няня, а почему мама сказала, что работа зубной феи опасна? Когда летаешь ночью, надо быть начеку, чтобы не попасть в беду. Какую беду? В паутину, например. Добрый вечер, мадам паучиха. Извините, что испортили вам сеть. Этот маленький эльф еще не привык к ночным полетам. Фух. Пока. Спасибо, няня Плам. Няня, а чего еще нам нужно остерегаться? Ой. Окон. Это еще что такое? Молодец, Холли. Ты нашла дом нашей девочки. А вот и сама малышка. Она не похожа на малышку. Ух ты, какая огромная. Тихо! Уши у нее тоже не маленькие. Она может нас услышать, так что не шумите. За мной!
Такая хорошенькая. Не подходите близко, принцесса Холли. Ее дыхание затягивает меня. Маши крылышками. Я же говорила, надо быть очень-очень осторожными. Теперь самое сложное. Нам надо достать зуб из-под подушки и не разбудить при этом девочку. Как это? Подушка, плавно поднимись. Ух ты! Вот и он. Застрял. Раз, два, три. Взяли! Спасибо, Бен. Смотрите, вот он какой, передний молочный зуб. А как же монетка, няня? Вот она. О, нет. В чем дело? О, девочка написала нам письмо. Какая досада. Я люблю получать письма. Но дети всегда ждут ответа. Нам придется вернуться сюда. Можно я прочитаю? Дорогая зубная фея, каково это жить в стране волшебнее? Волшебнее? Такое название может быть только у выдуманной страны. Она там пишет об эльфах. Нет, Бен. Может, ей просто не хватило места на листочке. Но она написала «С любовью, Люси». Какое красивое имя. Тихо. Помните, принцесса Холли, нам нельзя ее будить. Няня, а что нам теперь делать с зубом? Мы отдадим его эльфам. Они о нем позаботятся. Сюда! Я надеюсь, там никого нет. Тогда можно будет оставить зуб и уйти. Добрый вечер, я к вашим услугам. Привет, доставка зуба. Вы заполнили отчет о доставке? Да. Кажется, здесь не хватает некоторых данных. Где вы нашли этот зуб? Под подушкой. Так, под подушкой. Ну и ну, вы даже не вписали имя его хозяйки. Мы ее знаем, ее зовут Люси. Люси. И она написала нам письмо. А, письмо. На него надо обязательно ответить до утра. Я напишу ответ. Дорогая Люси, в маленьком королевстве очень красиво. Здесь живет много фей и эльфов. Ладно, Бен. А еще здесь живет много эльфов. С любовью, принцесса Холли. И эльф Бен. И эльф Бен. Чмок, чмок, чмок. Теперь надо отнести его обратно. Нужно торопиться. Уже почти утро. Кто-то идет. Прячьтесь под кровать. Должно быть, это мама Люси. О, нет! Окно закрыто! Как мы отсюда выберемся? Работенка для эльфа! Эльфы умеют открывать окна! А я ведь эльф! Стой, Бен! Ты разбудишь Люси! Прости! Мне кажется, одного эльфа здесь недостаточно. Надо вызвать остальных. О, мой телефон здесь не ловит сигнал. Не стой слишком близко, Бен. На помощь! Что говорила няня? Ах да, маши крылышками. Но я эльф! У меня нет крыльев! Значит, маши руками! Привет! Ты ведь должна спать! Тебе нельзя нас видеть! А вы кто? Я Холли, принцесса-фей. Настоящие принцессы-фей с крылышками и волшебной палочкой? Да. А это Бен, он эльф. Привет, Холли, привет, Бен. Вот, ответ на твое письмо. Спасибо. О, какое маленькое. Связь ужасная, мудрый эльф. Няня Плам,
Вы хоть знаете, который час? Мне некогда сверять часы. В доме девочки закрыто окно, нужны эльфы, чтобы вызволить нас. Ясно. Сколько вам нужно эльфов? Все, что есть. Мы зашли через окно, но теперь оно закрыто. Путь свободен. Спасибо, Люси. Было приятно познакомиться, Люси, хотя мы не должны были разбудить тебя. Ничего, я притворюсь, будто сплю. Пока. Вы все-таки разбудили девочку. Мы не хотели, няня. Да ладно, они всегда просыпаются. Эльфы-спасатели! Эльфы-спасатели! Итак, где окно, которое нужно открыть? Вы через него зашли. Так ведь это окно открыто. Да, мы сами справились. Вы зря ехали. Простите. Простите? Вы подняли с кровати всех эльфов в маленьком королевстве. Тихо, тихо. Вы можете потише. Конечно, могу. Все эльфы умеют вести себя тихо. А вы эльфы! Вот почему не бывает зубных эльфов. Вы слишком шумные. Что случилось, Люси? Мы услышали шум. Все в порядке, она спит. Можете выходить. Фух. Пока, Люси. Еще увидимся. Пока, Бен и Холли. А можно мы с вами? Я еле шевелю крылышками. Прошу на борт. Здорово было. Выпал зуб молочный, позови средь ночи зубную фею. Где-то вдали от всего спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен. А я принцесса Холли. Давайте играть. Нас, подожди. Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается возле большого эльфийского дерева. Игрушечный робот! Привет, Холли! Привет, Бен! Ты выйдешь погулять? Сейчас спущусь! Привет, Гастон! Давай пойдем на поляну! Гастон, апорт! Привет, ребята! Привет, Барнаби! Что вы делаете? Мы бросаем палочку Гастону. Да, он любит поиграть с палкой. Ой, это не палка. Привет, ребята! Привет, Стробери! Что это? Похоже на железную руку. Гастон, где ты это нашел? Ух ты! Ой! Что это? Игрушечный робот. Мне кажется, он сломан. Сейчас я его починю. Нет, спасибо, Стробери. Обойдемся без магии. Эльфы могут сами починить что угодно. А мы эльфы! Ну вот, готово. Он умеет говорить? Он сможет заварить мне чай? Нет. Это игрушечный робот. Он умеет так. Ну и скукотища. А вот и нет. Игрушечные роботы так задуманы. Давайте его включим. По-моему, ничего не происходит. Может, батарейки нужны? Нет,
Он механический, но у нас нет ключа. Я его наколдую. О, Холли, думаю, не стоит использовать этот ключ. Магия может быть опасна. Да ладно вам, не бойтесь. В любом случае будет весело. Хорошо. Тихо, Гастон. Ладно, посмотрим, что будет. Получилось! Хозяин, как вас зовут? Роботы всегда это говорят? Я не знаю. Я эльф Бен. Эльф Бен, вы мой хозяин. Мы думали, он может только... Отпусти девочек! Я подчиняюсь только своему хозяину, эльфу Бену. Робот, отпусти фей, пожалуйста. Да, хозяин. Извинись. Простите. Он нас здорово напугал. Игрушечные роботы так себя не ведут. Думаю, это мой волшебный ключ сделал его таким. Но, похоже, он слушается меня. Значит, бояться нечего. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, эльф! Что тут у вас? Это игрушечный робот. Он был сломан, но мы его починили. Молодцы. Ах, да. Это старая модель Z-33. Она сделана на фабрике эльф. Точнее, это самая первая модель. Пожалуйста, не злите его. Одну минуточку, эльф Бен. Ты так говоришь, будто он понимает. Ну, кажется, понимает. Это игрушечный робот. Он умеет только... Оу! Отпусти меня, глупая жестянка. А ты старикашка грубиян. Робот, сейчас же отпусти мудрого эльфа. Да, хозяин. Очень странно. Я не помню, чтобы Z-33 разговаривали. Он уходит! Надо его догнать! Там-та-там-там-ту-та-там. Та-да-да-дам. Что за чудесные звуки? О! Где же он? Кажется, это голос няни Плам. Помогите, помогите! Робот, ну-ка отпусти няню Плам. Да, хозяин. Спасибо, Бен. Что это за штука? Это игрушечный робот. И он делает все, что скажет Бен. Правда? Да, смотрите. Робот, вымейте внутренний двор. Должен убрать. Здорово он метет. Я бы хотела иметь такого помощника. Я могу вам его одолжить, если хотите. Очень мило с твоей стороны, Бен. Я возьму его на сегодняшний вечер. Ладно. Робот, мне пора идти домой, но... Ты должен остаться здесь и прибраться в замке. Да, хозяин. До свидания. Пока. Увидимся завтра. Должен убрать. Святые феи, что это? Это робот Бена. Няня одолжила его, чтобы прибраться в замке. Похоже, он очень ловко управляется. Должен убрать. Я все же предпочитаю традиционные методы. Ужин готов! Ужин! Полагаю, робот подаст нам десерт после ужина. Должен убрать!
Во имя магии! Думаю, пора приказать ему остановиться. Не выйдет! Робот слушается только Бена! Так что же нам делать? А, Бен сказал ему привести в порядок весь замок. Может, пойдем ляжем спать? А он пусть заканчивает. Вот умница, Холли. Робот наверняка закончит до утра. Должен убрать, должен убрать. Что? Разве уже утро? Должен убрать, должен убрать. Отпусти меня, отпусти меня! Во имя магии, что происходит? По-моему, робот решил убрать из замка все. Да, и нас в том числе. Он чудовище. Как его остановить? Это только Бен может сделать. Алло, миссис Эльф слушает. Здравствуйте, миссис Эльф. Извините, что так поздно, но у нас ЧП. Нам нужен Бен. Срочно. Хорошо. Бен, в маленьком замке что-то случилось. Мы немедленно идем туда. Хорошо. Эльфы-спасатели! Кто спасает лучше всех? Эльфы спасают лучше всех! А кто мы? Мы эльфы! Это эльфы! Ура! Ура! Смотрите, это мой робот! Отпустите меня! О! Эльф Бен, хозяин, хозяин, хозяин! Кончился. Ура! И все же, почему этот игрушечный робот так странно себя вел? А, наверное, это все из-за моего волшебного ключа. Магия! Что это ты принес, Гастон? Правильный ключик! Молодец, Гастон! Бен, может быть, лучше не стоит? Да не волнуйтесь! А, вот он, старый добрый игрушечный робот. Да, вот здорово! Где-то вдали от всего спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен. А я принцесса Холли. Давайте играть. Нас, подожди. Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке. Муравейник! Ах, какой прекрасный день для королевского пикника! Няня Плам, подготовьте нашу волшебную корзину. Не могу, Ваше Величество. Почему? Волшебная корзина для пикника пропала. То есть вы ее потеряли? Вещи не исчезают сами по себе. Ой, куда подевалось кресло? Няня, где моя волшебная палочка? Есть! Теперь отвезем пианино к королю. Бен, ты готов? Иду, пап! Скорей, Бен! Надо доставить пианино в маленький замок. Нам нельзя опаздывать. Ты слышал, Бен? Эльфы не опаздывают. А мы эльфы! Ой, а где мой рожок? Бен, ты должен следить за своими вещами. Хороший эльф никогда ничего не теряет. О, куда подевалось пианино? Что происходит? Муравьи! Ой,
Это наш телевизор! Почему муравьи уносят наши вещи? Я не знаю! Муравьи! Это возмутительно! Няня Плам, сделайте что-нибудь! Ладно, давайте пойдем за ними. Куда муравьи уносят наши вещи? Наверное, своей королеве. Королеве? Она красивая, как моя мама? На ней нарядное платье и сверкающая корона? Нет, королева муравьев не похожа на других королев. О! Приказываю вам начать переговоры с королевой муравьев. Что ей скажу, ваше величество? Скажите, пусть вернет нам наши вещи. Я бы с радостью, но я не знаю муравьиного языка. Он самый сложный среди языков насекомых. Он и сороконожий. Нам нужно найти того, кто знает муравьиный. Гастон! Отлично! Божьи коровки знают муравьиный. Значит, Гастон будет вашим переводчиком. Удачи вам, няня! Можно и мы с Беном пойдем? Да, но не отходите от няни Плам. Она за вами присмотрит. Ура! И я пойду присмотрю за няней Плам. И я тоже пойду присмотрю за мистером Эльфом. Возможно, эти туннели уходят глубоко под землю. Очень глубоко. Они ведут к самому центру земли? Надеюсь, нет. Я уже и так ноги натрудила. Сюда! В этих туннелях потеряться проще простого. Это лабиринт! Надеюсь, мы найдем обратную дорогу, если что. Без паники, я специалист по лабиринтам. Спускаемся на первой развилке вниз и через спуск опять вверх. И никакой лабиринт нам не страшен. Ой, это тупик. А может, через спуск надо сворачивать влево? О, мы что, потерялись? Что это за звук? Муравьи! Нам повезло! Они могут вывести нас к своей королеве! Гастон, скажи, отведите нас к главному! Что они говорят? Гастон сказал, муравьи нас отвезут! Класс! Поехали! Но, пошел! Должно быть, здесь живет королева муравьев. О, это королева? Да. Она большая, правда? Гастон, переведи, пожалуйста, мои слова. Приветствую, ваше величество. Я няня Плам. А я Холли, я прекрасная принцесса-фей. Я мистер Эльф. Я миссис Эльф. А я Эльф Бен. Мы эльфы! А вы забрали мой рожок! И мою волшебную палочку! И королевское пианино! И наш телевизор! И волшебную корзину для пикника! Гастон, спроси, можно ли нам забрать свои вещи? По-моему, это значит нет. Почему она не хочет вернуть нам наши вещи, няня? Кто ее знает? Королева, что вы собираетесь со всем этим делать?
Она говорит, что это пища, пусть и ужасная на вкус. А зачем она ест, если вкус ей не нравится? Это не еда, понимаете? Королева говорит, что раньше они питались остатками от человеческих пикников. Но люди перестали ходить на пикники. И муравьям приходится есть что попало, даже мусор. Это не мусор! Это чудесный музыкальный инструмент, который я вез ко двору! Нехорошо есть музыкальные инструменты! Да, Бен, видишь, какая глупая королева. Гастон, не переводи это. Когда я сказала, что вы глупы, я имела в виду, что вы умны. Кажется, она не очень довольна. Вам нужна еда. Я могу наколдовать немного в корзинке для пикника. Что вы больше всего любите? Она любит сладкое. Что из сладкого предпочитаете? Желе? О, это я могу. Осторожно, няня Плам. Не устройте желейный потоп. Не волнуйтесь, я знаю, что делаю. Чудо-корзинка моя! Сделай мне немного желе! Хотите еще? Пожалуйста. Осторожнее, няня Плам. О, мистер Эльф, не бойтесь. Желе, желе, еще немного мне. Няня, они все хотят желе. Так я буду колдовать целый день. Надо сделать побольше желе. Нет, няня Плам! Еще, еще, еще! Кажется, я что-то слышу. Что это? Желейный потоп! Что они кричат? Кофейный клоп? Какой еще клоп? Желейный потоп! А, желейный потоп! Мой рожок снова со мной! А вот и моя палочка! А у муравьев? Теперь целые горы желе. Пианино немного помялось. Хо-хо, хорошо, что это не мое пианино. Вообще-то, Ваше Величество, это ваше пианино. Я как раз вез его в замок. Ох. Ничего, папа, оно прекрасно звучит. По крайней мере, если играть высокие ноты. Ha ha ha!